Блогер Сергей Вахрушев отмечает, что в этом году городские власти, видимо, очень строго наказали всем елочникам непроданные деревца на местах базаров не оставлять. Уже 31 числа у меня под окнами они все вывезли. На днях я решил пройтись по задворкам многострадальной улицы Луначарского. Хитроумные елочники не придумали ничего получше, чем просто свести сюда елки и выкинуть. Местные жители точно ни при чем. Сразу видно, что деревья выкидывались из грузовика, и все происходило в один момент, добавляет Вахрушев. Блогер Дмитрий Рузов сообщает, что существующая пока только на бумаге авиакомпания Air Samara скоро полетит. В конце августа прошлого года она провела конкурс на покупку воздушного судна. Победитель аукциона государства